Всем доброго времени суток, друзья! Это Телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Ближайшие дни на ЛРТ будут насыщены разнообразными лентами, так что готовимся к насыщенной неделе. Подробности расскажу далее. А вы уже успели влюбиться в красавицу Ясмин? На этой неделе продолжаем смотреть эту восточную сказку. Три российские девушки переехали в Стамбул. Лена по вопросам бизнеса, Мария пыталась убежать от сложностей, а Ксения поехала к мужчине, в которого однажды влюбилась на отдыхе. Девушки занимаются весьма интересными делами. Торгуют шубами, попадают в полицию, расстаются, встречаются, влюбляются. И сами не замечают даже, как втягиваются в интриги, подогретые не хуже, чем в «Тысяче и одной ночи». Смотрим ее по будням в 13.00 и 23.30. Задержал преступников. Молодец. Да, конечно. Он храбрый человек. Он же герой. Да какой он герой, я тебя умоляю. В отделе труселей задержал грабителей. Твой знакомый? Защитный закон. Неважно, где. Он выполняет свой долг. Смеется? Стыдно. Ты меня разочаровываешь. Также на этой неделе смотрим продолжение истории о волшебной карамельке. Анна была наивной и доверчивой, однако однажды девушке не слабо повезло. Ей подарили волшебную конфету. Стоит только ее раскусить, как сразу мысли мужчин становятся понятны. Имея такую прекрасную возможность видеть насквозь людей, можно без труда найти того, с кем можно без опаски связать свою судьбу. Пойдет ли на пользу нашей героине ее неожиданный волшебный дар? Смотрим по будням в 8.30 утра и вечером в 18.30. Но ведь здесь действительно очень хорошо. Ты даже выглядеть стала как-то по-другому. Ну, какая-то умиротворенная, что ли. Как бы хотелось, чтобы этот вечер не кончался. Бумерангом все к нам возвратится. Эта простая истина легла в основу картины, которую вы, уважаемые зрители, увидите в среду. Лента знакомит нас с Ингой, успешной бизнес-леди. Она всего добилась сама, вот только судьба обделила ее возможностью иметь детей. Однако наша героиня просчиталась и с выбором суррогатной матери. Ее муж влюбляется в девушку без памяти и решает остаться с ней. Как теперь поступит Инга, увидим в среду в 20.45. Нежитесь там, гнездышко вьете. Хватит с меня. Учти, милый, я пойду на все. Что ты имеешь в виду? Меня в детдоме жалости не учили. Как назвать чувства, вспыхнувшие в сердце замужней женщины к бывшему однокласснику? Не иначе, как наваждение. Именно в такую ситуацию до боли знакомую многим попадает героиня картины. На одной чаше весов у Марии семья, не слишком успешный в карьере, но любящий муж, маленький сын, привычный и родной домашний очаг. На другой – обласканный славой спортсмен-мотогонщик, который щедро осыпает ее подарками. В чью пользу она сделает свой выбор, увидим в 20.45 в четверг. Будем продолжать выяснять отношения. А ты решил просто так стереть, как пыль с мебели? У меня завтра самая главная гонка, давай отложим. Угу. До приезда Маши. Она уже приехала. И живет с сыном у меня в доме. Да. А ты не забыл, кто тебе этот дом оплачивает? Федерация оплачивает, на которой я здесь пашу. В завершении рабочей недели вас ждет встреча с легендарным полководцем Александром Великим.
возрасте 25 лет он завоевал весь известный на тот момент мир и изменил судьбу всего человечества. Лента основана на реальных событиях и показывает весь путь молодого царя от самого детства до обретения им всемирной славы. А какой актерский ансамбль у этой картины? Анджелина Джоли, Колин Фаррелл, Энтони Хопкинс и Джаред Лето. В общем, этот фильм стоит посмотреть на ЛРТ в пятницу в 20:45. Кто-то из вас, а возможно и я, не увидят, как сегодня солнце спустится за эти горы. Но я скажу вам то, что с незапамятных времен известно любому воину. Страх нужно преодолеть. И тогда, обещаю, вы победите смерть! Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Все, друзья, это был Телегид. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Пока-пока.